Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. С вами Артем Динамик и Like My Style. Всем привет! Ну что ж, мы начинаем играть в Diablo 3 в коопе, побегаем и хотим выразить огромное спасибо Сироткину Антону, предоставившего Like My Style для меня аккаунт Diablo 3. Да, спасибо ему, и ссылка на его канал будет у нас в описаниях. Да. Человек нам обязательно отблагодарите его и подпишитесь на его канал. Да, человек Артему дал поиграть Diablo 3 просто так. Так что огромное ему спасибо. Ну что, начинаем? Да, начинай запускай. Сейчас мы смотрим видео и наслаждаемся графикой от Blizzard. И тем временем поехали. Акт первый. По-моему, 4 акта будет. Да. Боги живут во всем, и во всем я вижу знаки перемен. Недавно ветер наполнился потусторонним холодом. Мой народ встревожен. А теперь огонь прожег облака, оставив на небе пылающий след. Я должна исполнить волю старейшин. Когда они хотят видеть, я становлюсь их глазами. Когда они хотят нанести удар, я становлюсь их кулаком. Когда они хотят, чтобы воссиял свет истины, я становлюсь факелом. Они отправили меня к месту, куда упал огонь с неба. Моя цель ясна. Я избавлю Тристрам от мертвецов, которых пробудил небесный огонь. Ну что ж, у меня закончилось видео. У меня тоже. Так, в воздухе витает запах. Поехали. Что, все нормально? Да, все отлично, супер. А, в атаку! Играем я за монаха, а Like My Style у нас играет за чародея. Нет, не чародея. Колдуна. Колдуна, о, да. Я тоже все время путаю чародея и колдуна. О, как, гля, уехал, зелененький. Между ног прям. Сейчас моя девочка. Нет, не надо садиться на мертвого человека, не надо, это плохо. Так. Я беру у него задание. Ну, как бы это я для обоих. Я буду бить тупо. Я не могу бить трупы. Она шифт надо зажимать. А я шифт зажимаю, но он мимо них стреляет. Не, а кто вылез? Куда ты вылез? Если шифт зажимать, то он как бы на месте стоит и стреляет. Ну да. То есть я могу стрелять в любое место стоять. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сражался. Открывай ворота. Открыть ворота, тёлка идет. С каким-то дедом непонятным. Ты предупреди, что у тебя могут... А, да, дорогие друзья, уважаемые зрители наших каналов, пожалуйста, простите меня, но у меня может появиться человек-сосед, он периодически появляется и сверлит. Это правда. А чё они боятся? А, они не боятся. Ой-ой-ой, они сейчас нас... Они нас... А так, женщина неуязвима. Надо поговорить. Тут еще, кстати, где-то должны быть книжки. Спасибо. Книжки? Надо книжки собирать. Они дают опыт. А вот одна есть. Смотри. Взял. Нападения продолжаются уже 6 дней. Тут больше нету? Не-не. Они бывают, но редко. Капитан Рамфорд и остальные жители начали впадать в отчаяние. А здесь все эти... Я твержу им, что надо надеяться на лучшее, но если никто не придет к нам на помощь... Весь лук, он как выпадает? Виден сразу, да? Да, он виден только тебе. А мне только мой лут виден. Понял. Деньги общие, а шмотки как бы раздельные. Я просто не надо шип зажимать, да, как в первой части? Нет, вроде. Смотри, ты это... Ну. Ты прокачал скилл? Нет, еще? Нажми на S. Сейчас, да, я уже увидел. Так, выберите новое умение. Это... Правой кнопкой нанести удар ногой. С разворотом. Да, пока только один скилл дают. Да, принять. Что такое? Я, почему он... А, вот, принять. Все, у тебя вроде на правую кнопку вышку. Ну-ка покажи, что у тебя есть. Ну это массуха такая, как у меня. Как у меня руки злые вылазят из земли. Так, ну что, капитан? Я вас жертву. Ну что ж. Они лезут на баррикады. Ну, давайте. Вот тут первый массуха нам уже пригодятся.
Так, собирай шмотки и смотри, там есть что-нибудь интересное. Ну что-то ничего нет. А, жилет мне дали. Да мне тоже. Первые шмотки можно сразу на себя нацеплять. Смотри, смотри, какая симпатичная. А я щит взял. А я телочка. Ну, так, пока... А я как ассасин во второй части, да, пользуюсь этими кастетами всякими. Да, мон-кастеты. Мон-к это кастеты. А, у меня недостаточно этой хрени было, мама, понятно. Ну, пока что у нас герои убогие, но если подольше поиграть, мы их прокачаем, и там потом такое мясо начнется. Это бывшие служанки королевы Осилы. Мясо будет нереальное. Это всюду. Кстати, тут же... Ну, пошли сходим. Ты знаешь же, еще эти есть, как бы... Как их назвать-то, блин? Мобы такие крутые. Не встречал их? Элитные? Да, да. Мы же сейчас на элитника идем. Нет, а тут, на первых, по-моему, их нету даже. А не, а нам надо убить королеву этих ведьм сейчас. Квест у нас такой. А, окей. Так, ну тут вроде ничего больше нет, но можно еще разрушить бочку. Я стул сломал. Вот, смотри, у нас тут появилась проклятая матерь первая. Вот, да, да, да. Надо ее завалить. На, а они еще отскакивают от меня. Ну это ты их сам оттолкнул, наверное. Нет? Когда я их бью, они отскакивают на правую кнопку. Так, мне дали какой-то топорик, но он лоховский, сразу его выкидываем. А что, не продаешь? А, так они стоят копейки. А, ну да, у тебя же денег-то море, у меня тоже. Вот единственное, что, конечно, мне не нравится, что у меня денег море. Так, еще одна проклятая матерь. Отстань! Не кастуй! Я не должен вставать. А аукцион-то еще работает? Аукционный дом теперь. Там работает он? Он теперь как-то по-другому работает. Пошли в погреб. Так, я взял какой-то кинжал. Этот вот, выкидываем. Тут этот зуба, восставка. Стой. Надо его в этот круг мой было запихать. Да блин, я выбил просто. А все. Трофейный мне... щит синий выпал. Мне тоже. Так, это если я собираю, то да. Для нас двоих. А, окей. Здоровье. Хилки. Вот. Так. Еще какой-то жилет выпал. Но это все одно и то же. О, я могу щит таскать, да, во второй руке, то есть тоже. Норм, норм. Так. А я потом буду носить такую куклу Буду. Так, что еще? Штанишки оденем на женщину. Так, ну что там у нас по карте? Тогда пошли все еще по дорожке. Да, давай всех подряд убивать, опыт не лишний. Все, я уже начал быстрее стрелять, похоже. Подобрал кинжал и все. Я теперь про. Топ, то есть. Топ. Топ, идем на топ. Топ-чародей. Нет, не чародей. Да как его зовут-то, блин, забываю постоянно. Какая шаман? Штаны. Тут еще можно лучше. трупы лутать можно. Я знаю, да, в которые выпадают. Я, понимаешь, я первую, вторую дьяволу я прошел, в третью не играл. Третий уровень. А я, наоборот, первую, вторую почти не играл, третью прошел. Открытое умение касания смерти. Так, точно, мы же прокачали уровень, но я не буду менять. Так, а что дает касание смерти? Монат наносит удар, поражающий всех противников, находящихся на одной линии. Ты можешь поставить, ну как бы показать зрителям, а потом уже самому решать, юзать ее или нет? Да, конечно. Ой. То есть я поставил сейчас паучков, посмотрите у меня. Они тебя сожрут. Я пока не готова. Блин, у этого моего монаха, блин, не как монаха, как его зовут-то, блин? Колдуна. Вот. У него там столько этой нечисти всякой будет появляться, а тут там жабы прыгающие. Что ты потом будешь кипиться? Где враги? О, как у меня, я нормальная такая, кстати, атака. А у меня как паучки. Не мешают тебе? Не, норм. Это пока только начало паучков. А я что-то стреляю. Ну да, я вижу, что ты там делаешь. Подозрительное. Собираем лут по-быстренькому. Опа, смотри, кто там. А вот они нам надо убить. Ну, это как бы квестовый монстр. Но да, это не элитка. Обычные, которые появляются. Смотри, там шмоток много нападало. Может что-нибудь до этого? Я забрал. Перчи эти. Так, боты. Я таскать не могу. Так, 8. Что это еще? Просто потом это все будем в городе выкидывать. Ну, я взял перчи, короче. Так, я могу брать меч. Ботиночки всякие. Вот, смотри, здесь еще мобы есть. Пошли сюда. Хлобысь. Я взял мечишку. Мечишку веселее. Вот. Там, если честно, можно тебе вообще хоть что носить.
Я даже вот этим вот своим... почему я забыл, как его постоянно зовут-то? Колдуном, вот. Я все его хочу назвать чародеем, но понимаю, что не чародей. Тут где-то есть спуск куда-то, я помню. Да вот, нет, нам сейчас надо в город, смотри. Я знаю, ну смотри, иди сюда. Тут еще мобы. Вот, и я даже своим этим колдуном бегал с луком. И вообще мне было норм. Да. Он даже может лука стрелять. Вот тканевый жилет, кушак. Это оденем. Ну ты смотри, там быстренько такой пробегаешься, смотришь, где у тебя плюс к защите написано. А если где минус к урону и к защите, то выкидываешь. Это я знаю, в принципе. Я же любитель MMORPG. Ну как бы это не совсем было сначала понятно, когда я тоже начинал. Да не, я же еще раз повторюсь, я прошел и первую, и вторую Диабло. Там так же было, просто я... Все то же самое, ничего не изменилось на самом деле. Вот, все в принципе то же самое. Новый Тристан, да, пройдем? Угу. Игра сохранена. Я уже беру другие квесты. Давай, бери. Что нам нужно, отправиться на руины? В общем, нам опять в телепорт надо, но... А что тебе тёлку дали, а мне не дали? А, так она якобы создатель игры. Создатель Диабло 3. То есть я создатель нашей группы, и она сюда будет бегать, держаться Аркон меня. Ланта. Окей. Адрия моя мать, но мне мало что про нее известно. Ну ты еще базаришь что-то? Ты, кстати, вот ты первую, вторую прошел, они как-то между собой связаны? Конечно. Связаны, да? Да. То есть вторая продолжение первой, по сути. Тристрам, город, в котором мы в данный момент находимся с тобой, руины, да? Угу. Это город первой части, в ней проходила вся первая часть. Окей. Я во вторую вот маленько еще играл, в первую я вообще не играл. Не, на самом деле, будет ли тут что-нибудь, например, сюда. Нога Вирта какая-нибудь. Смотри. Прикольная, я бы сюда вот штаны подвал. Спускайся за мной. У вот. Твоей матери было много секретов. Поговаривали, что она была ведьмой. Обыскать потайной подвал. Ну я что ж, сейчас тут на нас выскочит, да? У элитки. Давай, паучками закидываем. Так, вот ноги. Так, острое собираем. На ранение, отлично. Плотный кусок, отлично. Короткий лук. Так, сейчас мы посмотрим, сколько дубина. Ох, дубинка какая хорошая. Я с дубиной буду. Так, и что еще? Выпало. Так, лучше. Вот. Смотри, там потом могут вещи только на меня выпадать. Ну да. А мне могут вещи выпадать только на тебя. Так обычно и бывает в основном. Так, ну что ж, сваливаем отсюда, отправляйтесь к собору. Мне надо с ней поговорить, не? Но нет, я как бы за нас обоих это делаю. Тут все классно сделано. О, ты уже всех бьешь, да? Да. Да мы и паучки тут сами, в принципе, со всеми справляются. Смотри, сундучок есть. Какой-то дали мне... Какой-то копье дали. А, нет, кинжал не очень он для меня. То есть я могу паучков кидать в любое место вообще, и они сами нападают. Ну да. Это классно. Так. Интересно. Кстати, ты этого не видел здесь, первого босса такого? Кого? Я никого не видел, я говорю, я бы дошел до мертвых матерей, все. По-моему, Лича. Первый босс будет Лич. А, прикольно. То есть Лизард, они как бы тебе не изменяются, это лично, да? Мне кажется, что Лич тоже есть, постоянно присутствует где-то в Варкрафте. Да, конечно. Как нам сюда, а будем... Да, ну сюда, но я хотел посмотреть, что там, давай, там вроде ничего нет. Стой, а вот с этой стороны. Пень есть. Сейчас пень разрушка. Из пень него... денежки вылетели. А у меня ничего нет. Так. Хочу новые скиллы. Кстати, у нас скоро ап будет. Заходим вниз. В ад пойдем? Нет, ап. Уровень. Левел ап, да. Ох, я упал, как хорошо. Так, а вот эти котлы сейчас ничего не дают? Просто в этом, второй и в первой части были котлы синие и красные, то есть они давали ману. Есть такое здесь. Есть, но это был пустой котел. Хоп, придавили этих парней. Воу, я что, поедем, успел уже на 4-й. Так, давай посмотрим, что нам дали. Давай. Новое умение, отлично. Ослепляющая вспышка, ослепить ближайших противников на 3 секунды. Вот что мне нужно. Воу. Окей. Мои зомби теперь со мной все время. О, классно, сколько их. Да, начинается. О, тихо, вот этот кабачок, короче, к нему не подходи. Если он сейчас взорвется, он тебя может убить.
Мой кулак направляют боги. О, мясо. Ну, это пока не мясо. Нет, ну все равно. Блин, там зомби, я хотел убить. Там такое потом миско начнется. Так, посмотрим, что мне выпало. Пока ничего нормального. Смотри, что нам нужно сделать. Найди следы, следы прибивания Декарда и Каина в соборе. О, то есть нам нужно... Осторожно, когда он взрывается, отбегай. Вот он взрывается, отходим. Ой, здесь какие-то хрени забыли. Да, но они такие не страшные. Страшнее то, что он может рвануть по полной. Тут каждый раз эти подземелья спавнятся рандомно. То есть, если ты по второму разу даже будешь проходить, у тебя будет что-то новое постоянно. Ну, это как и в вторую часть. Опа, идет, по-моему, элитка. Смотри, у них там сверху написано «Прожорливый мертвец». Ну, это редко, это не элит, по-моему. Ага. То есть, потом, если... Что, они такие жирные, да, были? А? Они такие жирные, да, были? Угу. Что мы долго ебили. Смотри, нам что-то выпало интересное. О, мне дали лук. Плюс 4, 0,4 к урону. Я, пожалуй, лук возьму. А сколько у него скорость? Мне не дали лук. Ой! Да, для меня ничего. Ты думал, меня прибьешь? Да. О, святилище обучения. Ты, кстати, эти надевал? 25% к опыту получено, а? Наручи надевал. Стоп! А, ну это мне тоже далось. Так что, смотри, нам нужно быстренько качаться. Пошли. Ну, а, ну на время, да? Там внизу мясо. Мясо! Мои паучки разумливают. Что они всех смотрят, ждут? Можно стоять и закидывать. Духа не хватит. Так, лутаем все с подряд, что здесь есть. Нам нужно прокачиваться. Так, окей. Одеваться. Там, перевернуло, да? Тут? Я тут пока все снаряд разрушил уже. Помогите! Звинутая плита. Он сейчас превратится. Внутри. Оно внутри! Ты слышишь, он орёт? Да, точно. А, он лох. Так, я думал, сейчас как вылезет что-нибудь такое агрессивно настроенное, а там... О, привет! Макабрчик его зовут. Отходим. А вот смотри, если попадется элитка, вот этот жердяй, то он может с одного взрыва нас убить просто. Они будут мощные. Так, вот там еще жердяйчики. А я знаю, что здесь еще у улиток есть разные способности потом. То есть одни там быстрые. Он своих взрывает. Направляют боги. Да, он, кстати, своих тоже взрывает. У них там потом будет еще суперспособности, у каждого нет, свои. Побои еще дают. Так, хп само регенится, не? С хп, по-моему, нет. Регенится, но тебе нужно сначала одеть специальные шмотки для этого. Ладно, тогда выпьем. И вставить эти. Я понял, там, да, кристаллики. Да. А, смотри, нам, по-моему, не сюда. Или сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно. Отходим! Мой кулак направляют боги. Мои эти зомби танкуют. Так, я, пожалуй, вызову. Так, тканевый жилет. Так, видишь, что-нибудь помощнее у меня? Нет. Так, пипюр песца. Мое имя 120 опыта. Лагданан. И на мне лежит проклятие. Мне ничего интересного не дали. Я был капитан. О, смотри, ты этот подобрал. Да, книжку. Верой и правдой. Хорошо. Служил я своему монарху и родине. Так, нам никто было, нам не сюда, был нам предан было королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его вот, черное, вот, на карте загорелась злом сердце. Бегающая штучка такая, нам, значит, сюда. О, тут. Что это за звук? О, смотри, это у нас первый, что ли, этот будет? Зал. А, нет. Леорика. Это, по-моему, это не босс, это что-то другое. Ты согласился? Принять, да. О, что за эти? Прислужники зла! А, это дед, который общался с нами. Только бы пол выдержал. Да, надо сейчас его спасать будет. Вот эти вот чуваки опасные, они призывают после нас где-то. Они, которые упали? Да, да. О, лично. Скоро все будут страдать, как сильно я. Похож на этим варкрафте, который был за. Похож, да? Да, но он больше похож даже на Лич Кинга, потому что ТЗ ног не было. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спасаем его быстренько. Бегу. А что они его оставили? Они подумали. А, ну его! Вот они скелетов призывают. Кто призывает скелет? Кто-то тут есть, видишь, они сверху прилетают. Так это этот,
Ой, смотри, смотри, здоровый, здоровый, здоровый скелет. Блять, стрела. Бегу. На! У него имя головоруб. Головоруб. На. То есть нам с ним лучше не связываться. Трофейный щит, отлично. Так, ну что ж, смотрим, что нам дали. Так, я не могу взять трофейный щит, мне для этого нужно выкинуть какой-нибудь щит сокой. Ну там все подряд выкидывай, что не нужно. Вау, мне дали прикольный лук. Окей. Так, всякое говно надо выкинуть. Ну с каким я луком бегаю, фиолетовым? Прикольно. Да, сейчас я выкину себе дерьмо. Я нашел этот проход. Так, он сейчас нас поведет в потайной проходик небольшой. Попавших мне в руки. Пойдем. А там дверь узорчатая была, ее можно было открыть? Не хотим? Нет, а ее нельзя открыть. Разве? Да. Ну-ка. Я пока не могу. Нет, можно? Нет, нет, нельзя. Пошли за дедом. Дед, ты где? Штат. Он сейчас нас скажет, идите в город. И поговорить об упавшей. Давай новый Тристрам тогда. Давай. Тристрам. Прыгай. Новый Тристрам. Так. Прыгнул. Видео? Угу. Смотрим. Я нашла дядю Лии Декарда Каина и спасла его от чудовища, короля скелета. Это последняя преграда на моем пути к упавшей звезде. Окей. Так, ну что? Я готов. У тебя прогрузилось? Да, все. Бегаю. Квест там. Дядя! Дядя, ты жив! Бла-бла-бла-бла-бла. Мой шаг стал шире. Пятый уровень, так что у нас да, так что смотрим скиллы. На правую кнопку. Так, пробежать сквозь толпу и отбрасывать на круто, хочу. Вот это крутая чтобы... вещь. Ну что, норм скилл? Ну да. Так, смотри, подходим. А можно к нему подойти, нет? Кому? Да, и смотри, где тут продать-то? Продать не здесь. Что, это нельзя продать? А, ну правой кнопкой нажимай. А, нет, пошли к торговцу. Ну, пошли. Вот торговец, у него можно продать всякое сегодня дерьмо. Сегодня у меня есть для тебя кое-что особенное. Ремонт, а как продать? А, ну все, я понял. Правая я кнопка. Уже забыл, как играть. Смотри, так, что там. Смотри, у меня 302 тысячи, я могу купить себе кучу всяких принадлежностей. Я думаю, блин, я не продал. Как выкупить обратно-то? А, погоди, вот они. Самая нижняя выкупка. Все, я понял. Выкупил уже. Так, ну, я думаю, нам это тоже не нужно. Это тоже, это тоже. Вот, посмотри. Так, я тут что теперь делаем? Это мы одеваем. Купить у него читерский, ну, в смысле, вещи или нет? Ладно, куплю. Если хочешь, купи, но у меня у него вроде ничего нормального такого нет. У меня перчатки нормальные. Штаны неплохие. Там потом нам будут выпадать нормальные такие шмотки, в которые можно камни вставлять. Ну да, я вот взял перчатки, штаны у него. У меня даже в тайнике есть крутые камушки. О, да. Потом мы куда-нибудь ставим. Так, забыл. О, так я сейчас вот что возьму. У меня, оказывается, какой-то этот есть. Ладно, возьму так. М? У меня, прикинь, есть редкий оберег. Да? Смотри, я тебе сейчас шифтану его в чат. Давай. Не шифтану, блин. А что-нибудь с ним сделаю. Да, блин, открывайся быстрее. Как ты делаешь, чтобы он в чат писался? На Enter. Нет, надо, короче, что-то сделать и нажать на него. А, на Shift или левую кнопку? А вот. Ну что, есть? Да. Редкий оберег. О, прикольно. Прикинь, да, на пятый уровень просто в сундуке лежал. Ага. Но для него мне нужно будет взять кинжалик. Блин, какого хрена я... Нам дали задание. Я взял, да? Да, сейчас я... И мне интересно, есть кто зелье продает? Я, конечно, иногда торгую с подозрительными типами, но все, что остается, показываю тебе. Зелье никто не продает, что ли? Или если нет? Продает, но... Это и надо смотреть, по-моему, вот у этого чувака, торговца, еще одного. Ну ладно, пойдем. Вот у него зелье, смотри, есть. У кого? Я просто далеко ушел. Смотри, где я по карте. Да я иду. Ага, вижу. Купить надо штучек 10, а то будет мясо, а мы будем как эти. А где у него? А, вот зелье. Да, но жалко, что здесь нет бутыльков маны.
Окей. На 30 я себе приобрел. Думаю, пока на первое время хватит. Кстати, у меня хп там что-то мало. Потому что ты одел шмотки, наверное, на хп. А, наверное, точно. Они у тебя прибавились, но еще не отрегенились. Как бывает. Прогай. Ну, пошли. Посмотрим, что здесь есть интересного. Так, эту дверь ломаем. А так нам туда и надо? Да. Ой. А, господи! Ой, они хотят меня убить! Простите меня. Они страдают. Помоги же упокоить их. Сейчас, сейчас она превратится в этого опасного. Очень опасного типа. Да, так что может идти. Мои собаки напрыгнут на нее. В атаку мои псы. Ее тошнит. Быстро мы ее съели. Я птичками ее поджарил. Они очень много маны жрут. Удивительный кушак со знаком медведя у меня. Мне тоже дали его. Если увидишь там моего врага, восполняет хп. Норм. Скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Так, ну что? Да, я тут маленько уже приоделся. Прилично. Осталось только купить колечки, амулет и наплечник. Но это все потом будет. Нет, нам не в город, нам нужно, короче, идти в другое место. А, да. Ну, это право. Мы сейчас будем по лесу, наверное, шляться. Лощина стенаний? Знакомая, кстати. Это было в... Тоже в одной из частей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Видал, что я творил? Духа не хватит. Оу. Смотри, сейчас в этом лесу могут быть много элиток. Окей, сейчас я поменяю заклинание, мне оно не нравится. Ну, давай. Потому что... Он, там, ну, может, она прокачана будет классно. В толпу бежишь, короче, всех она рубит и отталкивает. Тут же еще у каждого скилла есть свое направление. Ну да, если, допустим, не знаю, они с моста если падают, упадут. Кстати, такого не было в третьей или... Ой, во второй или первой части, направлений разных. Вообще, смотри, 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 смотри. Дьявол всегда славилась своими, ну, тем, что у них очень большая прокачка. Это всегда было очень круто. Смотри, там сверху, да, сверху мясо идет. Осторожно. Я вот валю. Интересно, когда мы первый раз сдохнем. Ой, тихо. Так. По-моему, мы никогда не сдохнем. Не, ну почему? Ну, можно сдохнуть. Потому что мы про. Ну, папки, да? Смотри, у нас какая-то стрелочка показывает почему-то... Куда назад. Она показывает? Это, по-моему, портал она показывает. А, нет, она показывает назад нам идти. Нет, надо найти кладбище. Тут надо искать кладбище. Так, тогда нам вниз. Назад не нужно идти. Тут надо... Кладбище где-то должно быть сверху. Нас вот кадавр. Где только нам демонов мочить, короче? А тут и демоны потом будут. Смотрите, да? А, я не помню, какие, но они будут в четвертом. Ты что, левел ставил? В четвертом акте. Я ставил левел. А я нет, чё. Посмотрим, что мне дали интересного. Ну... Алчный кладоискатель сейчас выходит от меня. Что он... О, смотри, 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 смотри. Лови демона. Надо, 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 надо убить его. Давай. Бейте, бейте, бейте. Это же этот. Ой, с него могут шмотки редкие выпасть. Да, да, да. Куда он бежит-то? Всё, есть. Его. Убили, отлично. Что, уровень дали. Так, давай золото соберем. Раскат грома, да, тут новая способность. Что она дает? Где она? Первая. Так. Кулаки грома, раскат грома. А, типа рунами? Прикольно. Я усилил рунами. Что тебе дали? Мне дали раскат грома, руны. Вот, сейчас посмотрим, кто мне. О, я перемещаюсь не сразу. Много веков. Ни хрена себе. Полегче там. Мне хоть мобов оставь. Смотри, тут это есть. Святилище обучения. Опыт, да, будет давать. Всему живому. Да. Несмотря на кажущуюся вот, хрупкость, где они спрятались. Подходим таким массухой.
Поджариваем. Вот, а элитки сверху три. Давай, давай, нормально, нормально, нормально. Невозможно. Вселяет страх, осторожно, ой, они. Там еще, еще элитки. Ой, капец, все, мы проиграли, короче. Всем пока, дорогие зрители. Почему норм? Я знаю, что норм. Да сейчас мы затащим. Все норм. Главное, чтобы мы собаки танковали. Все норм. Духа не хватит. Жаркое из тошнотворных кадавров. Капец, у них мина. Вот эти вот толстяки, толстяки опасные, осторожно. Сейчас они... Нормально, нормально. Сейчас собачки на них согреются, давай. Пошли! О, они телепортируются еще. У них способность телепортации. Ой-ой-ой, ух ты, нифига себе, он сзади меня оказался. Нормально, одного снял? Все. Там, по-моему, собаки все убили. Они, кстати, очень неплохо там будут бить, когда прокачаются. Так, ну где это кладбище? Сейчас, погоди, надо посмотреть, я кучу интересных вещей набрал. Так. Я тогда тоже. 20 броня, 2 к живучести. Вот это норм. Так. Вот это норм тоже. Так, ну все. Я такие вещички подобрал, неплохие, кстати. Я тоже парочку одел. Где-то должно быть кладбище здесь. Вот, вот она замигала. Все, она уже рядом. Это логично, потому что здесь гробы. Ну да. Надгробия эти. Так, ну, пора заходить. Отыскать алтарь советника вот, сейчас, в склепе. Откроем этот портал, да, я думаю? Он открылся? А, он автоматически открывается? Да. В первых-вторых частях надо было открывать. Вот, вот колодец исцеления вижу. А здесь уже нужно нам... Запись перебрался в Тристрам. За ним приехало много статных людей. Мне нужна мана. Здесь нам нужно в рандомные помещения заходить, то есть, и искать. Смотри, там еще и снизу потом будут, и сверху, и с другого, с другой стороны. В общем, в какой повезет. Как же. Бывает, с первого раза повезет, бывает. Не повезет. Так теперь я день не стой здесь торчу, копаю. Света белого не вижу. Так. Ух там их. Ух, они элитные. Элитные? Да. Элитные, я жаркое из элита. Нормально, денег выпало. Так, что мне выпало? Какой-то выпал топорик. Вот такие маленькие гоблины. Проклятые, бесы, бесы. О, прикольно. Так, новая запись. Известно, что в отсутствии иных источников пропитания демоны пожирают собственное потомство. Так, пошли сюда. Стоим. Бесы — это порождение демонов. По-моему, здесь будет пустота. Нет. Ой, вот сюда вот. И нападают что там? На неосторожных пауников, раздирая человеческую плоть мелкими... У меня такой кинжал, ой, такая сабля, как у пирата прям. С той стороны. Да, здесь тупик. С той тоже может быть тупик или выход. Наружу. То есть нам нужно будет там 2-3 подземелья вот таких обшарить. Окей. Гроб. Если повезет, то это то, которое нам нужно сразу. Конечно, я сомневаюсь, оно постоянно спавнится. Бомбина. Оно постоянно так спавнится, что ты с первого раза никогда не угадаешь. О, не, смотрите. Что, угадали? Я не знаю. Леди Данхель? Угу. Новое событие. Это дополнительное здание. Давай, смотри. Сделаем. Ништяк. Чаши с черепами. Ой, на меня напали. Иди ко мне быстрей. Что-то их много здесь. О, тут ворд Данхель. Он чуть меня высасывает. Все подряд. Вместе так. С маной и жизнями. Я их раскидаю, я монах. Паучки в атаку. Так, еще одно активировать надо. Тоже появился, да? Да. Так, ну он сейчас откопытит. Нет, еще одно должно быть. А? Еще одно. И вот тут надо это так взять. Нет, он выход наружу. Он сюда. Это выход наружу. Да, это... Я тут бьюсь просто, не хочу помочь. Хочу, но уже бегу. Кинул тебе пару там. У вас с пауками.
Я все яснее вижу ох свой ты. Путь. Красиво. Да. Смотрим, что нам может дарит? Прокачать. Топор ангелов. Вот мы кожные штаны возьмем. Так. Ух, какой. Вот это норм. Что топорик норм дали, это? Дали? Топорик, топорик дали, да. Сейчас посмотрю, что мне дали. Так. Щит на 50 брони дали. Мне перчатки только нормальные дали. Больше ничего такого. Так, ну что, пошли? Ну, пошли на выход. Это не тот склеп. Надо найти другой. Нет. Нужно искать в другом склепе. Это подземелье. Ну или подземелье. А, нет, окей. Это склепы пойдем. Вниз пойдем, да? Да, здесь и с той стороны тоже так же есть. Сходим сюда. Так. Мне кажется, или здесь скиллы переделали все-таки. Пока я играл, по-моему, год назад и... По-моему, здесь что-то изменилось. Штаны, вау, держать, сколько нет. Здоровья. О! Импульс! Ого! Не-не-не! Ну, мы их раскидали как детей, да? Да, дубина пламени какая-то дали. Ну, это так, отстой. Так, ты где? Так, здесь есть святилище удачи, иди сюда. 25 врагов, нахождение магических предметов. Пошли. Иду. Алчный бандит! Алчный бандит, бей его! Стой, я его заметил. Из круга мы его не выгоняем. Все. Он замедляет. Ни хрена сколько дали всего. Так, норм, я уже одел. Так, наручи дали. Хорошо. Кушак плохой. Ну ладно, линия штаны. 25 защиты лучше. Так, ладно, пойдем дальше. Пошли. Вниз теперь, да, надо? Угу. По-моему, это тоже не то, что нам нужно. Или то. Здесь короны нет. Здесь короны нет, говорит. В другом склепе. Вот, треснувший ткач, щит охрененный. Надевай. У меня лучше, у меня просто трачу 52, а у того поменьше чуть. Так, телепортируюсь. Ну, как я и говорил, они спавнятся так, что ты с первого, второго раза их не найдешь никогда. Ну, да. Так, нежить. Приходится идти дальше. И вот эта вот фигня их вообще замедляет на 80%, по идее. Угу. Так что ты смотри, сильно не отталкивай их, когда я буду ее кидать. Чтобы они в этом кругу были. Она также и здоровье отнимает, и все такое. Опа. Кто-то тут вышел, нет? А, нет, там вот. Чувак появился. Ну да. Так. Все, это должно быть то уже подземелье, я думаю. О, там кто-то есть. Опасный. Великий. Что за призраки? А не знаю, какие-то. А, нет, он не лисы, это призраки. Привидение. Надо было знаешь, на чем начать играть? На хардкоре. То есть сдох и перса потерял. Ну да, на героическом режиме. И все. Это было бы обидно. Ты закончили бы лэтсплей, да? Да. Не, ну, мы бы долго очень не закончили. Я вот один на хардкоре играл, я докачался до 34 уровня, по-моему. Потом меня убили, и то нечаянно. Я нечаянно подлез сам. А, кстати, сам. Дьявол чаще всего убивает, и нечаянно. То есть, сколько я в Дьявол играл, блин, умирает попытки. То есть там меня не зажрали, ничего, просто я как бы не заметил чувака, что это меня убили. То ли он взорвался рядом со мной, то ли что, то ли у меня жизни резко отнялись. Такое бывает. Так. Так, котел с этим. Но мне он не нужен был. Да, мне тоже, я просто так собрал. Тут он на первых пока не нужен. На первых заданиях. Да. Потом так и будешь только котлы эти бегать собирать. Не, ну может, когда один играешь, там все-таки... А, когда один играешь, мобы намного легче, если что. Да, и они, их меньше. Вот когда четвером играешь, вот это вот жопа полная вообще.
Там такие мобы сильные. Так, смотри, что здесь есть. Дубин, кожа, дерьмо. Так. У меня уже забит инвентарь, пора все повыкидывать. О, тут это. Всякие негодяи. Кинул им свою штучку. Так. Ну что, наверх идем? Вниз? Давай наверх. Это если мы идем наверх, там. Там выход. А, нет, это не выход. Там этот кабачок здоровый. Сборщик. Сборщик чего? Налоги? Наверное. Вы не заплатили налоги в Diablo 3. Вы должны умереть. Пошли так, быть. Ну все, здесь выход уже на обратный путь. Да. Всю карту мы уже здесь обшарили. Надо вниз только теперь. Кстати, у меня сапожки на плюс 4 скорости. Прикольно. Здесь потом можно все в таких вот направлениях прокачивать. Выход. О, нам нужно это. Это правильный путь. А. Корона где-то рядом. Хорошо. Если так. бы это был неправильный, нам а бы. А вон нам показывали, да. Нам бы предложили опять в портал. А здесь нам. Тихо, отойди. Отойди от двери. Сейчас будет мясо. Он опасный. Я пока не готова. Когда я первый раз играл, я тоже подошел, думал, откройте дверь, откройте. Он как вылетел, и мне почти все хп сразу снес. Что, заходим? Ну да, заходи а, тут. А, ты зашел, я просто это лутал. Ничего такого страшного нет, когда заходишь. Не, я просто, я лутал, я не сотворены из человеческих останков, погребенных в общих могилах, вот, все, сейчас начнется мясо, по-моему, здесь. Разлагающаяся так, помогай мне быстрее. В единое, омерзительное... Сейчас полезут эти скелеты отовсюду. Несмотря на все свои познания, я не могу придумать ничего лучше, чем спасаться... Сейчас сразу гробницы завалим. Думаю, так же поступает и любой другой здравомыслящий. Так, стражи гробницы отъехали. Так, надо выкинуть что-нибудь и взять колчан. Все, я беру эту штуку. Нет, я не позволю тебе вернуть в мир живых. А, это не лич, это Леорик. А, точно, это же Леорик. Я вспомнил. Ну почему-то. Короткий лук. Окей. Почему-то он на лича похож. Возьмем синие вещи. Вон, я тебе щит нужен? Щит нет, я бегаю пока с тотемом. Mm-hmm. Или с чем-то там. Что по-другому называется. Так, ты где? Оберег. Смотри, все, мы теперь можем делать телепорт. У нас скрылся телепорт, нажимаем на Т. Т. И делаю телепорт в город. Теперь можно с любого места делать телепортик. Я понял. Так, привет, и теперь у нас, по-моему, будет открыта кузница. Так, кузница, это... да, открыта. Да, если я не ошибаюсь. Как да. День, когда короновали Черного Короля. Мне нужно занять... Как скажешь. И что, создавать предметы здесь или что? Да, здесь можно крафтить. У меня, правда, все открыто, уже прокачано. А, разбирать предметы, да? Разбирать только можно синие, смотри. Ну, у меня до хрена синих. Если их разберешь, потом можешь эти ресурсы ложить себе в сундучок. Так, окей. У меня этих ресурсов уже до жопы. Сейчас. Разберу все. Я всю всякую мелочь продаю. Не нужно. Так, в тайнике у меня уже этих материалов просто хоть жопой жуй. Летучая эссенция и два каких-то зуба падшего я получил. Да, у меня этих летучих эссенций по 500 штук уже. Так, ладно, так, давайте продать всякое дерьмо надо. Слушай, я думаю, что на этом надо закончить серию. Ага, потому что уже она длится довольно-таки долго. Да, уже почти скоро будет час. Вот. Ну что ж, с вами были Артем Динамик и Like My Style. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и обязательно комментируйте. И да, ставьте как можно больше лайков, если вы хотите увидеть продолжение Diablo 3. Всем пока, друзья, до встречи. Всем пока, удачи.